Я сегодня выступаю в непривычной для себя роли. Я прошу денег на planete.ru в знаменитом краудфандинге, к которому я уже теперь имею отношение. Но в чем непривычность? Я прошу деньги не для себя. Я прошу у вас помощи, у зрителей, будущих акционеров, для моего друга Алексея Туркуса, режиссера очень талантливого, которому, в судьбе которого я в какой-то момент приложил руку, потому что это я ему присоветовал стать режиссером мультипликации, и он стал им, и я не прогадал в нем. Ну, как бы я видел, что из него получится режиссер, и он получился, и получился очень хороший. И то, что он сделал, уже дает основания говорить о том, что у него это не случайные успехи, не случайные достижения, не случайные победы. Это стабильность. Это стабильность талантливого человека. Тот проект, который он затевает сейчас, дает мне право надеяться, что это будет очень теплая, очень искренняя история, история о любви. История о любви в маленьком местечке, навеяна все это работами Шагала. Впрямую Шагал цитироваться не будет, но атмосфера, она будет, наверное, от Шагала. От Шагала. В сегодняшнем нашем мире, когда мы ищем врагов внешних, внутренних, когда мы заточены под ненависть, а режиссер хочет говорить о любви. Вот о любви, того, чего нам сегодня не хватает, о добрых чувствах. И я надеюсь, что эти добрые чувства он вас пробудит своим фильмом, при условии, если вы соберете на это деньги. Я вас прошу откликнуться на мой призыв и помочь Лёше Туркусу в осуществлении этого проекта. Проект, запомните, и всяческая суета. Вот так будет называться этот мультфильм, если вы дадите деньги. Заранее вам благодарен. Гарри Бартон.